Для начала такой первый так традиционный вопрос будет главному тренеру. Это вот как вы оцените вот эту часть чемпионата? Ну, можно сказать, какую оценку поставить и комментарий? Ну, честно говоря, итогами первого круга мы не особо довольны, то есть результатом первого круга. Почему? Потому что мы должны были занять более высокое место, нежели то, на котором мы сегодня находимся. Ну, для этого есть объективные позиции. То есть у нас, вы как сами знаете, я неоднократно говорил, что по началу сезона все у нас получилось очень скованно, так как-то спонтанно мы быстро собирали команду, потому что сроки были неопределены, вы сами знаете. Говорили одни сроки начала чемпионата, потом переносили. В итоге мы собирали футболистов в овальном режиме, скажем так. И у нас не получился даже полноценный сбор. Мы буквально на 8-9 дней в Кисловодск могли выехать. После чего мы отсеяли большую часть тех футболистов, которые с нами были в Кисловодске. Осталось у нас порядка 80 человек. К ним потихоньку начали добавлять футболистов, которые возвращались с просмотров других команд, наши местные футболисты. Ну и в итоге получилось так, что не было... Команда не была готова как бы полностью к чемпионату, потому что не получилось в общем команде провести хотя бы один полноценный сбор. Плюс ребята, которые добавлялись по ходу уже первого круга, тоже приходили не в лучшей физической форме, они не проходили тоже сборов, поэтому вот это все причины, которые, наверное, сказались на нашем результате в первом круге. Ну, с другой стороны, могу сказать еще, что это те причины, которые были, но с другой стороны, то, что мы сделали за это короткое время, я считаю, это большая работа была проведена. Во-первых, мы собрали хороший, надежный костяк ребят, и первые игры, пока на свежести они играли, были довольно-таки хорошие игры, результат хороший показывали. Потом у нас случился провал, который предполагался, то есть спад по ходу сезона, когда ребята тренируются в общей группе, готовые, не готовые, это сказывается в итоге негативно, поэтому у нас так и произошло, получился спад. Знаете, из 9 игр, когда мы не могли выиграть, где-то ничьи, даже те игры, которые мы должны были выигрывать 100%, мы не удержали где-то счет, где-то своих моментов много не реализовывали. Ну и к концу первого круга, я считаю, ребята вышли из этого кризиса, особенно это показали последние две игры, это с Волгоградским Ротором на выезде. Хоть мы и уступили 1-0, но отыграли на очень высоком уровне. И последнюю домашнюю игру с Черноморцем, которую мы на самом деле здорово сыграли и на хорошей ноте, как скажем, закончили первый круг. Сейчас есть большой перерыв. Есть у нас много времени, чтобы все ошибки, все недоработки исправить. Поэтому, я думаю, мы сейчас работаем в этом направлении. Нам нужно и усиляться, и с некоторыми игроками, наверное, тоже будем расставаться. Пока, как говорится, афишировать не буду, потому что все в стадии переговоров. Вот так. Я же говорю, команда, когда собирается, новая команда с нуля, ну, бывает много нюансов, много недоработок, где-то в спешке, где-то неправильно, может, мы и некоторых футболистов, которые
были в первом круге, мы, может быть, не... Ну, подбор делался очень быстро, поэтому мы не успевали, я же говорю, полностью просмотреть всех ребят у нас, когда уже заявки закончились, еще были... Остались ребята за бортом, которых мы могли заявить. Вот. Я считаю, что все вот эти причины на и то, что мы на этом месте сегодня, я считаю, что мы должны были на более высоком месте в турнирной таблице быть. Я не буду сейчас оправдываться, но говорю, но по нашей же личной вине, скажем так, по нашим неудачным играм, те, которые очки потеряны были, 12 очей, это наши очки стопроцентные должны были быть. И вы сами знаете, если взять турнирную таблицу, если мы сегодня отстаем от пятого места всего лишь на 5 очей, то те 12 очей, которые мы просто, я считаю, растратили по своей собственной вине, то мы были бы сейчас где-то на втором месте спокойно. Но футбол есть футбол, когда ты не готов. Ну и плюс реализация у нас очень сильно пострадала, хромала, я скажу так, потому что создавали практически в каждой игре очень много моментов, и реализация очень слабая была. Ружмак, начнем с вас. Да, ну, самый старый. Ну, конечно, мы видим, что в течение сезона, ну, сказалось, это чехарда с самого начала, то, что творилось, мы все видели, знали, неопределенность там судьбой команды. Ну и, возможно, это и повлияло на то, что не был найден оптимальный вариант атакующей группы. Самая низкая результативность у нас, 11 ничей всего забили. Ну вот в связи с этим вот вы сказали, что придется усиливаться. Вот конкретно по этой группе атаки есть уже какие-то кандидатуры? Нам, честно. И сразу же к этому. И есть ли материальная возможность действительно приобрести тех игроков, которые нам помогут от весенней части выйти из этого положения? Ну, честно говоря, нам нужно в каждой линии усиляться. В каждой. Это и в обороне, и в центральной линии, и центральные полузащитники нам нужны обязательно. И особо это нападение. Я еще раз говорю, у нас два молодых футболист Алборов Гирсан и Мистулов Алан. Ну, они еще только-только начинают свои шаги в большом футболе делать. Очень перспективные. Пока, как говорится, немножко их не хватает. Остроты немножко им не хватает. А так, более опытных футболистов сейчас мы ведем переговоры. Я не буду называть, потому что если я сейчас буду озвучивать фамилии, получится так, что завтра их опять не будет и по каким-то причинам. У каждого из них сейчас есть желание поиграть где-то в первой лиге, где-то кто-то хочет и в премьер-лиге поиграть. Ну, единственное могу сказать, что на сегодняшний день пока изъявил желание к нам прийти, это из нападающих Хасаев. Да, мы с ним переговорили, он приступит к тренировочному процессу, а в дальнейшем будет зависеть от него все, как он себя проявит. А так, я же говорю, нам нужно обязательно усиляться во всех линиях, во всех линиях. Сейчас у нас есть время, есть возможность с ребятами переговорить, взять именно точечно тех людей и на те позиции, которые у нас проблемные. Поэтому я думаю, что мы
с этим делом справимся ближе к сезону. Я думаю, мы вам уже скажем по всем приобретениям и по всем потерям, что у нас произошло. Ну, еще изъявил желание покинуть команду Абациев. У него есть приглашение. Он не сказал, куда, но мы ему не стали препятствовать вообще. Вот так. Вторая часть вопроса у Ружмага была насчет возможности, ну, скорее всего, вот, имеется в виду трансферы, да, вот осуществлять. Ну, да. На сегодняшний день, скажем так, вы, наверное, все прекрасно знаете, что финансовая составная у нас не очень мощная, можно даже сказать, самая слабая в нашей зоне. Но в связи с этим я говорю, мы можем ребятам предложить только зарплату. Только зарплату на сегодняшний день. И я в связи с этим хотел бы их поблагодарить за то понимание, что они без всяких капризов, они отрабатывают. И ни к одному из них у меня не было по работе претензий. Практически за весь первый круг не было претензий ни к одному футболисту по работе. Или у них были какие-то претензии в финансовом плане. Нет. Они достойно отработали весь первый круг, насколько им хватило физических сил. Ну, клуб, получается, может только брать свободных футболистов. Мы берем только свободных футболистов. Сейчас у нас нету таких возможностей, чтобы мы кого-то могли пригласить, кого-то приобрести за определенную плату, поэтому я говорю еще раз, мы предлагаем футболистам только, чтобы они приходили, получали зарплату и играли. А вот помимо финансовой части, чем можно стимулировать футболиста молодого спорта? Чем можно стимулировать футболиста молодого, помимо финансовой части? Молодого, я, честно говоря, когда начинал сам играть в футбол, меня стимулировать не надо было. Моя главная задача была попасть в команду. Это моя была просто задача. Я о деньгах тогда не думал. Я не знаю, почему сейчас, не успев еще заиграть, и когда талантливые футболисты, первый вопрос бывает, а сколько я буду получать, а какие деньги мне будут платить, это, честно говоря, мне немножко нет. Но надо же заиграть сначала, потом уже заявить о себе, сделать себе имя какое-то в футболе. Я всегда говорю, я разговариваю, и сегодня вот у нас молодых футболистов очень много, я стараюсь с ними поговорить именно на эту тему, что им нужно окрепнуть, стать на самом деле футболистом и потом уже предлагать свои условия. Вот рядом с вами как раз сидит поколение молодых футболистов. Честно говоря, по нему вопросов практически нет, потому что это человек, за которым я и следил до того, и очень хотел, чтобы он у нас в команде оказался, и я считаю, что это наше одно из, может быть, самых сильных приобретений, хотя он по возрасту один из самых молодых, Давид Караев. Трудолюбивый, талантливый. Дальше ему нужно просто развить свой талант. А я думаю, что в дальнейшем у него хорошее футбольное будущее. Да. И таких у нас в команде немало. Давид воспитанник местной школы. Не спартаковской или юности, да? Тренер кто был у тебя? Зулаев. А? Зулаев. Нет, Зулаев Игорь. Игорь. Обладатель лучшего гола, красивого гола месяца. Да, октября со штрафного. Ну тогда сразу в продолжение темы. Сейчас, как когда-то молодым футболистом Марат Зоблаев, точно так же думаешь? Ну, я считаю то, что молодой футболист в первую очередь должен думать не о деньгах. Раз он родился в Осетии, в городе Владикавказ, у него, наверное, есть мечта сыграть в Алании. Я думаю, должно это в первую очередь стимулировать молодого футболиста.
Давид, а вот вообще как ты оцениваешь свою игру за прошедшую часть чемпионата? Как тебе кажется? Оценивать, наверное, тренер будет, а мое мнение, ну, я не был готов к сезону, я не проходил сбор, я попал в команду. По ходу, можно сказать. Команда у них тоже собиралась, я в этот промежуток успел попасть. Тяжело было игровые связи налаживать? Ну, многих футболистов я не знал, с кем играю, ну, на какой-то позиции. Конечно, изначально тяжело было вклеиться в коллектив, а так, я считаю, ну, команда провела неплохой сезон, если учитывать то, как команда собиралась. Ну, видно было, что на поле ты был один из лидеров, да, и обычно к лидерам бывает и пристальное внимание со стороны более там и успешных, и богатых клубов, и повыше рангом. Как, допустим, у тебя ситуация сейчас с этим? И планируешь ли ты, если, допустим, поступит предложение, все равно остаться пока в команде? Я, честно сказать, об этом пока я не думаю, потому что, ну, нет таких пока предложений, что вот конкретно кто-то что-то сказал, так что о будущем пока ничего не могу сказать. Пока я принадлежу футбольному клубу «Спартаку». Предложение? Вопрос главному тренеру. Скажите, пожалуйста, вот перед началом, да, чемпионата, как бы вы сказали, что не было возможности готовиться. Вот есть ли сейчас такая возможность вот, в межсезонье пройти сборы? Сейчас я могу вам рассказать, что мы запланировали, если это интересно, конечно. Мы с 25 ноября команду распустили в отпуск. Собираемся 15 декабря. Это у нас будет 2 дня проходить медосмотр, 15-16. И потом где-то 17 числа мы начнем такие легкие, втягивающие тренировки, где-то числа до 28. Потом, естественно, на Новый год мы дадим еще неделю ребятам отдохнуть. И с 5 января мы приступаем уже к полноценным тренировкам, которые пройдут здесь у нас дома во Владикавказе до 25 января, и где-то с 29-30 мы уже на первый сбор планируем поехать в Кисловодск на 2 недели. Дальше у нас запланировано еще 2 сбора коротких. Это крымский, это уже и получится, если вобрал Дюрсе или в Анапе, такой предсоревновательный уже сбор, предыгровой. И оттуда мы планируем уже поехать на первую календарную игру в Ростов. Это 12 марта. Пока все, что запланировали, вроде бы согласовано. А на каком этапе будете контрольные матчи начинать играть? А? На каком этапе начнете играть контрольные матчи уже? На каком этапе? Да. На каком сборе? Честно говоря, и здесь дома постараемся пару спаррингов найти, чтобы и в этой части сборов в январских провести пару игр. А в основном у нас общий подготовительный период, который будет проходить в Кисловодске. Мы там будем и над физическими кондициями работать, и над игровыми. И, естественно, 2-3 игры мы обязательно проведем в Кисловодске. Дальше уже в Крымске, скорее всего, такой игровой сбор больше будет, потому что очень много команд там бывает, нам будет легче. Летом было много игроков просмотрено, вот, в этот период как? Наверное, я не буду сейчас загибать цифры, но порядка 60 человек мы точно проверили. А вот в зимний период как планируется? В зимний период, я думаю, что мы будем просматривать точно, потому что когда большое количество футболистов на поле собирается, это тоже некачественная работа, и можно не увидеть лучшие стороны футболиста. Поэтому я говорю, мы будем
брать именно на те позиции тех футболистов, которые нам смогут помочь по ходу сезона. В начале сезона вы говорили, что главная задача не занять какое-то место в турнирной таблице, а вернуть зрителя на трибуны. Как вам кажется, с этой задачей справилась? Болельщики вернулись? Болельщики? Ну да. Перед началом сезона вы говорили, что это основная задача – это вернуть болельщика на трибуны. Ну, честно говоря, вы видели сами, что по первым играм и болельщик к нам пошел. Ну, я еще раз говорю, и у нас в лиге, в нашей зоне получается самая большая посещаемость на сегодняшний день. Но в любом случае, я думаю, что от нашей игры больше зависит. Больше. Потому что когда первые игры начал народ собираться, а потом потихоньку, когда мы на спад пошли, и болельщиков все меньше становилось. В любом случае, я благодарен болельщикам за то, что они нас так здорово поддерживали. Вы и не только дома, я практически на каждых выездных матчах у нас были свои болельщики. Очень здорово они за нас переживали, болели, и мы им за это очень благодарны. И мы постараемся во второй части чемпионата порадовать их хорошей игрой. Карина? Вот изначально перед началом сезона ставила задача сформировать команду. Задача как таковой победить, занять какое-то место среди лидеров. Громче, если можно, а то сюда тяжело. Хорошо. Вот эта зимняя пауза нужна для работы над ошибками, для точечного усиления. И тогда такой вопрос, можно ли сказать о том, что в весенней части болельщиков ожидают какие-то сюрпризы, или, может быть, вы можете пообещать что-то? Знаете, мы этого перерыва ждали очень, потому что, еще раз говорю, команда не была готова к чемпионату. Она была готова, может быть, на 30%, на 30%. Поэтому, я говорю, мы этого ждали перерыва с нетерпением, потому что у нас сейчас есть время. Вот. Перерыв для этого нам и нужен был, чтобы мы полноценно подготовились, прошли полноценные сборы именно уже с теми ребятами, на которых мы рассчитывали. И когда и те ребята, которые к нам вольются в команду, мы будем наигрывать состав. Костяк у нас, в принципе, сформирован. Наигрывать костяк, и те ребята, которые молодые, будут тоже стремиться попадать в основной состав. Я считаю, что по весенней части мы должны, если я сейчас скажу, что мы так же сыграем, как первый, то, наверное, первому, кому надо будет встать и уйти отсюда, это мне, наверное, самому. Потому что, когда дается время для подготовки к чемпионату, и играет команда так же неудачно, то это уже неправильно. Мы постараемся сделать все, что мы не доработали летним перерывом. Мы постараемся сейчас все наверстать, исправить все свои недоработки, все свои ошибки. И в тактическом, и в физическом плане подтянуть команду насколько нам хватит сил и возможностей. Поэтому я считаю, что весенняя часть для нас должна быть более удачной. Если я сейчас скажу, что мы начнем всех подряд обыгрывать, это тоже будет неправильно. Это я и себя, и вас буду обманывать, и болельщиков. Поэтому я еще раз говорю, время покажет. Я и тогда говорил, что по весенней части и в турнирной таблице, и по игровым всем параметрам будете оценивать, как мы отработали зимний перерыв. А вот нападающий Сикоев, он остается в команде? Честно говоря, мы на него очень сильно рассчитывали. И то, что мы его не успели заявить, для нас очень большим минусом оказалось. А сейчас он изъявил желание попробовать свои силы в Туле. Его пригласили вроде бы туда. Арсенал? Да. Вот рядом сидящий тоже хотел туда поехать. Он скромничал немножко, его тоже туда звали, но мы его уговорили.
на весеннюю часть остаться. Он с пониманием отнесся, потому что я считаю, что ему нужно доработать, доиграть, а потом, когда он окрепнет, опыта наберется, я думаю, ему будет намного легче. Будем ждать, если вдруг получится так, что Сикоев по каким-то причинам не попадет в Тулу, я думаю, что он к нам вернется. С Русланом Суановым какая ситуация? Ну, честно говоря, пока тоже непонятная ситуация. У него там где-то в Прибалтике контракт. Мы перед началом сезона его хотели заявить, но они решили поехать поиграть в Прибалтике. Сейчас он вроде бы здесь, но мы точно не можем сказать пока по нему, потому что там его делами отец занимается. Пока ничего не ясно. Вы хорошо знаете зону Юг, и обычно она считалась самая слабая зона, да, среди остальных, а в этом году, можно сказать, очень плотно идут команды. Честно говоря, я всегда говорил, что я просматривал и другие зоны, и центр, и запад, очень мощные играли там команды. Я всегда говорил, что наша зона самая слабая по командам. Да, это было в последнее время. Я не говорю, что это когда играл Автодор, это была одна из самых сильных. Да. А на сегодняшний день я считаю, что это самая сильная зона. Потому что, не знаю по каким причинам, очень много футболистов, которые играли в премьер-лиге и в первой лиге, они все вернулись в свои команды, и практически слабых команд нет. Это вот первый год, можно сказать, что ни за какую игру 100% отвечать нельзя, что ты ее можешь выиграть. Потому что очень, очень мощные команды все, хорошие игроки во всех командах. Но я считаю, по игре на сегодняшний день самые сильные в этой зоне — это Ротор и Черноморец. Это с тем, с кем нам пришлось поиграть. Мы с ними довольно-таки достойно сыграли. И я считаю, по игре и Ротору, и Черноморцу на сегодня равных нет. Вот как раз я это хотел спросить. Я говорю, самыми сильными сыграли фактически лучше всех. Показали лучшую игру. Вы знаете, это получилось, наверное, потому что в начале сезона, когда, еще раз говорю, пока спад вот этот у нас не произошел, они на свежести какой-то еще играли. Достойно и с Ротором, и с Черноморцем. Я считаю, с тем же Биологом, если бы не судейские взятые отношения, скажем так. Ну, и в конце сезона, когда мы из этого кризиса вышли, когда только набрали форму, ход набрали, тоже пришлось и с Ротором, и с Черноморцем сыграть. Я считаю, что... Вы говорите, сейчас начнете готовиться здесь, это практически месяц, даже больше, будете дома находиться, да, на тренировках, здесь готовиться. Дома? Да, дома, да. А есть все условия для того, чтобы вот ребята по-настоящему... Ну, у нас сейчас условия... На базе, по всему? Вот. Ну, у нас, вы знаете, с базой какие проблемы. Мы туда можем ездить только тренироваться на искусственном поле, задействовать это поле только. А так, вот на Сапицкой, что база есть, мы постараемся договориться, чтобы ребята приезжали туда, обедали, тренировались и потом по домам. Потому что на сегодняшний день нам негде больше останавливаться, жить. И как бы полноценный такой сбор. Но в любом случае, я думаю, мы дома, нам будет легче дома. Здесь на базу, если мы будем заезжать утром, а вечером уезжаем. Для нас предоставляют там все условия, и сауну, и раздевалки. Это на Сапицкой улице, да? Там очень хорошо. А так будем задействовать и манеж, и дендрарий. Ну и поля, естественно, насколько погодные условия будут позволять. А уже в Кисловодске начнем двухразовые тренировки.
постоянно двухразовый.